Ну, всем привет, дорогие друзья. Видосик для любителей экспериментировать. Вот есть такая приложуха. Купить вы ее сможете Wear Store, российский магазинчик. Если вы не из России, тогда пишите мне в Telegram. В чате есть все мои ссылочки, как мне можно черкануть. Light TV. Приложуха вот такая интересная. Здесь можно смотреть фильмы в полноразмерном, в круглом формате, дорогие друзья. Это достаточно интересно. Сейчас я вам это все продемонстрирую. Так, сначала мы, наверное, Wi-Fi-чик включим и поехали. Давайте-ка вот первый канальчик. Первый канальчик. Мы с вами нажимаем первый канальчик. И как вы сейчас увидите, на первом канальчике у нас вот так все всплывает, как бы, ну, не очень. Мы включаем вот этот вот широкий экранчик. Ах, ты перелистнулась же вот здесь же. Вот видите, как перелистывается все. В лед просто. И не успеешь. Для того, чтобы это не перелистывалось раньше, вот так вот закрыли. И у вас теперь, пожалуйста, полный формат. Не так. Еще раз. Открыли. Надо вот так по высоте нам сделать. Закрыли. И теперь точно полный форматик. Смотрите. Когда вы вот нажали на этот замочек, то у нас все блокируется. Все, вы ничего не сделаете. Понимаете, только закрыть можно совсем. Еще раз открываем. Еще раз у нас прогружается. Экранчик открыли. Еще раз посмотрели какой-нибудь фильмец. Так. А вот так нажали. Тут по ширине, а нам надо по высоте сделать. По высоте. Вот так. Вот так. И вот так. И теперь у нас все есть. Если убрать, пожалуйста, смотрите, здесь что у нас появляется? Громкость можем прибавлять. Видите? Вот так. Футбольчик можно посмотреть. Желаньцы, если есть. Либо перелистнуть, что-нибудь другое глянуть. Вот такой вот интересный у нас приложуха. Так что, если что, качайте.